Вот такая качалка у ребят. Там турники, брусья. Вот сетка волейбольная, футбольное поле. И вот такой вот зальчик крытый. Вот здесь ребята живут, корпуса, вот два. И новый, вон там еще один. Баня. Сейчас зайдем в корпус, глянем, как у них там. Вот. С одной стороны 4 кровати, с другой. Двухъярусные такие. На тренировку ушли все. Вот. Столовая вот она. Вот здесь кушают. Повар наш готовит. Готовим на печке. Вот моечка прям стоит. Да, моечка наша. Полевая кухня еще вот взяли. Потестировать. Вот так и живем. Тренировка на колее. Наши будущие чемпионы занимаются. О, ребята, работают. Что, как живется-то? Отлично. Отлично, нравится все. Я помню, когда Кирилл мне проиграл на сульфа, я ему коктейль не мешал. Комары только, да? Ну комары везде. Добавил такого, знаете? Ничего не поделаешь. Паша, станцуй ежиком. Тут же нельзя. Зачем? Ну здесь-то нельзя. Вышел на улицу, да, брызгал. А у меня там... Я все перешел. Ну, у тебя смотри, какой беспорядок. Я это и переворачивался. Вон там залез. Он у тебя уже столько беспорядок. Он в той куче, он в той куче. Да нет, ну, там я сумку вот так вывернул. Там в пакет он загляни. Да, Лев, вдруг там Никита. Вон Никита. Вот так живут Морозовские. Я даже в туалете посмотрел. Морозовские, да? Я тоже в туалете посмотрел. Паша у нас прятал.
Ага. Я просто пообещал. Паш, типа, кто кто найдет тому мороженое? У меня кепка вот. Никто не нашел. Мороженый, а мне Илюха так мороженое должен. У меня кепка. И что то есть? Я дал до сих пор. А, ну в магазин ходим, он молчит. Напоминает, да? Ты напоминай. Илюха, мороженое. Все, я фантик нашел сейчас. Теперь никакого мороженого. Такой сейчас вылегает. Ну, чупа-чупс, нашли фантик, я убрал сразу. Да. А я иду, мне, короче, конфеткой угостили, я думаю, иду бросить, что ли. Я чичи почувствую. Я чичи почувствую. Следующий гулять, вон там малой, который сам... А, этот, Самвел. Нет,